Выборы в Беларуси. Некоторые молодцы, что поздравили, некоторые плохо, что поздравили. Во-первых, по правилам протокола президента поздравляют. У нас дружеские отношения. У нас нормальное, хорошее партнерство. У нас бывший президент до меня даже Лукашенко орден республики дал. Он помогал нашей стране. У нас очень много совместных предприятий. И там официально ЦИК признал выборы, что должен делать руководитель страны, у которой хорошие отношения. Конечно, поздравить, пожелать успеха. А то, что там внутри происходит, это их внутреннее дело. Даже не хочу комментировать, когда вижу эти кадры. Это нехорошо.